В районе поворота на Озерах произошло дорожно-транспортное происшествие. Одно из транспортных средств перекрыло движение трамваев. Toyota Mark 2 отлетела на трамвайные пути. Общественный транспорт еще работает, поэтому машину с рельсов нужно убирать. Это первое, что советует сделать аварийный комиссар. Это не помешает определить виновника происшествия, но бережет от уплаты неустойки за простой электротранспорта. Nissan AD двигался в сторону Баляева. Mark 2 поворачивал на Шепеткова. Ехал с главной, сворачивал на второстепенку сюда. И первый ряд меня пропускал. Я начал выезжать, его не было. Еду дальше, он просто... где-то под сотню шел и влетел. У него скорость большая была, да? Да, он ехал прилично. С водителем такси разговаривал? Нет, особо не хочу. Понятно. Получается, он по чину попал? По чину попал, и я нормально чувствую. Улетел он на железнодорожные пути. Аварийный комиссар сказал переставить машину. Водитель такси утверждает, что двигался не так уж и быстро, но среагировать на маневр не успел. Ну, я на по главной еду, он поворачивает на второй линии. Я тормозный не успел, блин, он тоже поворачивает. Скорость ну, так у вас же, большая блин. Была? Нет. Как-то попытались ну, затормозить? Выше 60. Все. Как-то 60. Попытались как-то уйти от столкновения, может быть? Руль в сторону или... Да, руль в сторону отсюда. Но все равно не успел ничего. Таксист как раз вез клиентку. В аварии она не пострадала, но сейчас пребывает в шоке. Девушка любезно согласилась остаться до выяснения всех обстоятельств. Он просто, ну, когда поворачивал, он не так медленно, как обычно поворачивает, он по газам дал. Мы не успели не отреагировать, ничего, он просто резко повернул и по газам. Скорость у такси большая была? Нет, как обычно мы ехали. То есть 60-70, не больше, да? Даже где-то меньше, по-моему, 60. Как вы себя чувствуете? Так, нормально. Серьезно? Ремни безопасности спасли. Авто, несмотря на силу удара, с места аварии уедут самостоятельно, но передвигаться на машинах можно только до места стоянки или ремонта. Марку предстоит ремонт кузова, который владелец, скорее всего, оплатит из своего кармана.